Доброе время суток, Довокин! В этом коротком ролике мы изучим, как сделать пародию на изучение слова из Skyrim. Как и все гениальное, данный трюк очень прост. Что нам потребуется? Цель, на которую должен будет смотреть игрок, чтобы изучить слово. Триггер, внутри которого будет срабатывать изучение. Звуковой файл, который будет играть сам по себе до изучения слова. Ну и наконец, второе аудио, которое прозвучит лишь после изучения слова, а также небольшие спецэффекты, чтобы визуально заметить результат. Это все очень упрощенно, но направление желающим развивать свои идеи мы показали. Теперь чуть подробней. В роли цели используется FangBrush с именем. Treasure Look является активной зоной, внутри которой мы обязаны смотреть на цель, чтобы сработал скрипт. Look Time – это время осмотра цели. Field of View – угол обзора, насколько прямо мы должны смотреть на цель, чтобы сработал триггер. Из флагов нас интересует Fire Ons и Client. Далее идем к первому аудио, который будет играть сам по себе, пока мы не изучим слово. Тут можно выставить источник звука, это наш браш, дистанцию, что будет полезным, ну и по желанию скорость затухания и громкость. Важным будет убрать все флажки, а вот во втором аудио нужны флажки. И кроме имени и ссылки на аудиофайл, там можно ничего не изменять. Game Text и Start Field – чисто условные и необязательные объекты, служащие доказательством того, что слово изучено. Если делать серьезный мод Aki Skyrim, то Trigger Look должен запускать какой-нибудь изощренный скрипт, дающий возможности для игрока. Ну вот, по сути, и все. Компилируем карту и смотрим. Все работает. Не идеально, но ведь наша цель — стимулировать новичков, а не запутывать их в переплетениях скриптов. Присылайте нам свои идеи и работы. Будет интересно. Ну, а я скажу традиционное. Удачи, тамадачи.